Администрация Ангарского района проводит расследование по факту выбросов вредных веществ. 18 октября поступил тревожный сигнал о том, что в 8 микрорайоне и 89 квартале чувствуется резкий запах. Эта информация сразу была передана в единую диспетчерскую службу администрации ОМОН, а также руководителям федеральных служб. В то же время специалисты взяли пробы качества атмосферного воздуха. Они показали нарушение предельно допустимой концентрации этилбензола. В соответствии с законом административное расследование проводится в течение месяца. Этилбензол – это химическое вещество, которое является сырьем для производства стирола. Производство стирола у нас на сегодняшний день в Ангарске – это Ангарский завод полимеров. Этилбензол может нанести вред здоровью людей. Сейчас специалисты пытаются установить источник выброса. Виновные подвергнутся административному штрафу.